Самаре жители смогут проголосовать за одно из 20 общественных пространств для благоустройства. Это сквер по Зубчининовскому шоссе, сквер экономистов, парк Воронежские озера, сквер памяти ветеранов, парк Щерса, сквер имени академика Кузнецова, сквер скорбящей матери, сквер Аврора, сквер Калинина, сквер на Хлебной площади, сквер у памятника Чапаеву, сквер на площади памяти, сквер Солнечный, сквер у ДК «Искра», сквер Южный в поселке Красная Глинка, Ерик парк, территория Дубовой рощи в Алгаре, территория детской площадки, прилегающей к бульвару по улице Челюскинцев, сквер Пушкина, сквер имени Монастырского. Набравшие наибольшее количество голосов объекты будут благоустроены в 2025 году. Отдать свой голос можно в дни выборов президента России с 15 по 17 марта в пунктах голосования. Их адреса легко узнать на сайте национальныепроекты.рф «Благоустройство». Проголосовать может любой желающий с 14 лет. Помогать жителям будут волонтеры, сообщает телеграм-канал городской администрации. Проект «Добрые новости» вошел в топ лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени». Впервые конкурс запустили в Самарском регионе в 2012 году. В начале февраля этого года началась заявочная кампания нового сезона. В этом году три основные темы проекта. Заявки на участие принимаются до 26 апреля. В рамках проекта в этом году пройдут четыре конкурса. Конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурс юных журналистов «Юнкор» имени Ильи Авдеева, конкурс социальных постеров и лучших реализованных социальных проектов. Участниками проекта могут быть различные СМИ, рекламные и пиар-агентства, организации, отдельные лица, реализующие успешный опыт благотворительных проектов и программ, сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской». Продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Право на получение путевки имеют дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно. Какие документы нужны для постановки в очередь, можно узнать по телефону 332-07-64 либо в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. С марта для удобства жителей каждая последняя суббота месяца в клиентских службах Социального фонда России станет рабочей. В дополнительные дни обслуживания офисы соцфонда будут работать по сокращенному графику, но все услуги останутся доступны для получения. Отделения Социального фонда России по Самарской области будут вести прием посетителей в Самаре и в других городах региона с 8 до 14 часов. Клиентские службы муниципальных образований с 8 до 12 часов. Первая рабочая суббота будет 30 марта, информирует телеграм-канал Кировского района.